Школа «Тайны открытий» на базе третьей школы существует уже несколько лет. В течение каждого учебного года учащиеся начальных классов получают знания по различным направлениям. Главная задача педагогов – рассказать о сложных темах и процессах интересно и в доступной для детей форме. В течение года мы и проводим опыты, и исследуем отходы. Мы закапываем отходы, наблюдаем, как проходит у нас разложение этих отходов, что разложилось, что не разложилось. Детям очень интересно. В роли главных лаборантов и наставников в этот раз выступили первопроходцы школы «Тайны открытий» местные третьеклассники. Для первоклашек они провели несколько интересных опытов. Как выяснилось, некоторые ребята уже давно знакомы с химическими процессами. Однако освежить свои знания никогда не поздно. Ты увлекался химией? Да. Как давно ты химией увлекаешься? Сегодня начал. В этот раз первоклашкам продемонстрировали две химические реакции. Как оказалось, все компоненты для своего рода магических экспериментов можно найти на домашней кухне. Мы налили полстакана воды, растворили там краситель, добавили 8 ложек мыла, 8 ложек соды. Вылили немного уксуса и получился вулкан. К слову, именно извержение вулкана больше всего впечатлило юных исследователей. Потому что мне всегда нравится смотреть, как он извержается. Ну, мол, звездопад просто падает, а вулкан редко такое увидишь. Помимо химических процессов, на занятиях ребята ближе знакомятся с конструированием, моделированием и прочими серьезными направлениями. Учителя уверены, что все эти знания помогут юным исследователям в освоении дальнейшей учебной программы. Дарья Лунькова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».